Пусть в Каменогорске идет масштабное озеленение улиц, проспектов и скверов. В этом году в областном центре Восточного Казахстана высадят цветами 40 тысяч квадратных метров газонов. У местных растениеводческих хозяйств закуплен 1 миллион 700 тысяч корней петунии, бегонии и бархатцев. К озеленительным мероприятиям привлечены 8 коммунальных бригад. До 25 мая все работы по озеленению будут завершены. В основном все цветы местные, из городского питомника. Все они морозостойкие. Только 10-15% растений мы привезли из южных регионов страны, потому что свои растениеводческие предприятия пока не могут полностью обеспечивать потребности Усть-Каменогорска.